Привет! Сегодня у нас обзор посылки из Китая с браслетами для нашей внучки Маши. Как всегда, аккуратно отрезаем край посылки. Так, смотрим содержимое. Вот такие два браслета. Открываем. Ну, с какого начнем? Давайте с зеленого. Вот такой браслет. Браслет фотодиодный. Так, попробую померить на себя. Вот что у меня получилось. Мне нравится. Маша в таком браслете может пойти к подружкам в гости, и вечером они могут все его посмотреть. Давайте попробуем открыть второй пакетик. Так, второй пакетик запечатан более серьезно. Нам придется его открывать ножницами. Включаем. О, загорелся. Надеваем на руку. Ух ты, красота! Давайте попробуем надеть два браслета. Красотища. Выключаем. Здесь вот такой маленький выключатель, очень удобный. Сейчас я еще раз вам его покажу. Включаем. Браслеты очень красивые. Я думаю, Маше понравится. На этом сегодня обзор нашей посылки закончен. Я прощаюсь с вами. Желаю вам всем хорошего настроения. Пока!